Всем привет! Хотела показать свою новую орхидейку. Куплена в Леруа с хорошей такой скидкой 30%. Листики у нее очень оригинальные. Увидела я это только дома. Он варигатный. У него такая пятнистость. И он как будто таким вот светлым чем-то покрыт. На этом светлом есть темная пятнистость. И средняя полосочка тоже темная у листа. Основная веточка у него отцвела, а две дополнительные начали цвести. Цветочек мне тоже понравился. Хорошенький такой. Вообще-то это мини-орхидейка. Она прям совсем маленькая. Очень аккуратненький такой кустик у нее. А еще мне очень понравилось вот эти вот расцветочка листьев. Прям красота, красота. Оказывается, в Леруа можно получить очень хорошую скидку на вот такие вот еще цветущие даже растения, у которых, ну, вот там что-то там засохло. Но если растение вам понравилось, подходите к продавцу. Вот у него такие корешочки, вообще прям очень классные. Сидит он в маленьком-маленьком 9-сантиметровом горшочке, который я поставила в так называемый подсвечник. Хотя, по сути, это вообще большой стакан. И он идеально прям подходит для этого размера горшочка. Икеевский подсвечник. Продается упаковочкой по 4 штуки. В общем, вот такую скидку в 30%. Вот такой замечательный цветочек можно получить в Леруа, просто подойдя к продавцу, который находится прямо в зале, возле компьютера, в отделе. То есть вот есть семена и сад, и там же комнатные цветы в этом отделе. Подходите с этим цветочком прямо к этому человеку, который возле компьютера, и говорите: а сделайте мне скидку. Он зовет директора. Директор эту скидку подтверждает и печатает вам такую бумажку, с которой вы потом подходите на кассу, и вам продают растение со скидкой. Это было мое открытие. Тоже второе растение, которое я покупаю так. В общем, абсолютно случайно об этом узнала. И вот теперь пользуюсь. Пользуйтесь и вы, ставьте лайки, подписывайтесь. Возможно, что-то еще интересное узнаю и с вами поделюсь.